Добрый день, меня зовут Осман, я руковожу одним из объектов компании «Территория ландшафта». Мы находимся в поселке Уварово, это один из наших объектов. Какие здесь работы ведутся и какие мы уже провели? Здесь проведена полностью инженерка, проведен автополив, садовый свет. По желанию заказчика здесь были установлены колонки музыкальные. Они будут в нескольких зонах отдыха. Мы здесь проводили теплотрассу от жилого дома к гостевому дому. И, соответственно, учитывая, что участок находится на низине, мы проложили дренажи, отсекающие все грунтовые воды от этого участка. И дренаж тоже проведен, это смотровые колодцы. Вот, сейчас готовится основание под дорожки. Вот, ребята делают опалубку, чтобы сделать подушку. Вот. Песчано-дровяную, и потом будет брусчатка. Наши дизайнеры очень интересно сделали проект, и дорожки будут не в ровной линии, а в разброс. Брусчатка будет заходить в газон, и это очень интересная составляющая этого проекта. Ну и далее будет завозиться плодородный грунт и под посадки растительного материала, и под газон мы будем увеличивать плодородный слой на всем участке. Ну и будем создавать зоны отдыха. Там сзади зона отдыха у нас, где будут музыкальные колонки, свет, пошаговые дорожки. Здесь дорожки с брусчаткой. Рядом с верандой у нас будет костровая с костровой чашей. И, соответственно, подушка будет. С левой стороны от меня будет декоративный огород. Ну и далее, сзади дома, будет очень интересный проект. Напротив существующей веранды будет создаваться такой водный уголок с декоративной стеной, с водной чашей, куда будет идти водопад с декоративной стенки, и декоративная стена будет с подсветкой. Все это будет оформляться живыми растениями, розы. В общем, я думаю, что в конце, когда мы все это сделаем, будет все интересно, и заказчик останется доволен.